Приветствую, друзья мои. У меня новое открытие. Я понял и знаю, как замерять уровень гордыни. Все это произошло благодаря моему другу Виталику, который в своем видео начал критиковать Веру Леон, что у него достаточно высокий уровень гордыни. Ну, Вера Леон – это та, которая предсказала, что наша сборная по футболу будет на первом месте. Известный предсказательница, а Виталик Вайрагия, он известный предсказатель, он говорит, что золотой век наступит. Вот, так вот, я подумал, а в чем измеряет уровень гордыни Виталик? И я так нашел шкалу, нашел инструмент, как можно мерить и в чем мерить уровень гордыни. Мне в этом подсказал еще Иисус Христос, с кем я иногда общаюсь и сверяю часы. Вот у Иисуса ноль. Го. Ну, я назвал го, извините. Гордыня, значит, го. Так вот, у Веры Леон оказалось этих единиц две. Два го. После этого я померил Виталика. Оказалось, у него 4 го. Вот, то есть человек в два раза выше уровнем эгоизма, гордыни, а оценивает другого человека, что тот немного, так сказать, неправильно себя ведет. Много это или мало? Давайте я сейчас после этого продолжу это видео уже с замерами известных людей. Возьму на свой выбор музыкантов, политиков, может быть, каких-то еще экстрасенсов. И мы посмотрим, как это работает. Также вы можете биорамкой, маятником, каким-то еще способом, глядя на фотографии человека, сказать, сколько у этого человека го, и получить в каких-то числах или в нулевых значениях уровень го. Вот у меня есть чатовцы, я сделал замер из там 45 человек, около 80% имеют 0 го, остальные 2 1, 3 максимум. Вот, то есть это хороший показатель. Вот, надо стремиться к нулю го. 0 го – это класс. А что выше, ну, с этим надо работать. Все, приятного вам просмотра.